Сорт томата Monkey Ace. Этот сорт – семейная реликвия из Италии, выращивался в семье на протяжении многих лет. Изначально сорт из Риарда, провинция Кесерта, Италия, один из самых урожайных сердцевидных сортов. Сорт высокорослый, 1,70–1,80 м достигает высоту, и среднего срока созревания 110–120 дней. Плоды вот такие вот крупные, сердцевидной формы, розовые, они очень вкусные, мякоть прям сахарная, сочно-мясистые, сладкие. Масса плода бывает от 300 до 800 грамм. Плоды многокамерные, мясистый и очень сочный томат, вообще великолепный. Масса плода от 300 до 800 грамм. Сорт обладает хорошей устойчивостью ко многим томатным заболеваниям. Выращивать его нужно в 1–2 стебля, так как томат высокорослый, он требует подвязки к опоре и посынкования. Сорт салатного назначения, но также его можно использовать для приготовления томатного сока и соусов. Соусы и сок будет замечательным.